Всем привет, дорогие друзья. Ваня, скажи всем привет. Привет. Сегодня мы таким маленьким коллективом. Света за кадром, поздоровайся. Всем привет. У нас пришла, ребята, посылка с Германии. Вот такая вот большая. Я уже говорила, что я пошла на почту за посылкой. И сейчас мы будем распаковывать. Тут Ваня будет на заднем плане прыгать. Но знаете, коробка вся побитая. Тут дырка, там сбоку везде, вот дырки. Сбоку дырки. Хотя она была упакована в мешок. Так, Ванечка, отходи, мама будет открывать. Сейчас вместе с вами откроем. Я надеюсь, там Света видно? Да. Ванечка, сядь. У нас Светочка за оператора. Я вам уже говорила, что у нее должность оператора. Она повышена в должности. Да, Светик? Ваня. Так, сейчас попробую распечатать. О, сколько, Ваня, смотри тут сколько всего. Ванечка, сядь. Вау. Так, ножик я сразу убираю. Ваня, не трогай, подожди. Ножик открылся. Ножик убираю, чтобы Ванечка не порезался. Остальные детки, если что-то им здесь будет лежать, я потом вместе с ними отдельно распечатаю. Ванечка, сядь, пожалуйста. Иди, садись к нам сюда. Ну, хочешь? Ну, давайте начнем с первого. Ванечка, ножик маме принес? Смотрите, Ваня, какой ножик принес. Первое, что я здесь вижу, это вот такие вот красивые, вкусные. Нам уже такие присылали. Ванечка, садись сюда, пожалуйста. Открывайте уже. Уже нам такие присылали. Это чупа-чупсы. Тут их целых две пачки, ребята. Ваня, сядь, пожалуйста, сына. Ванечка, сядь. Чупа-чупсы, смотри, конфетки тебе. Слаживай вот здесь вот так вот. Разлаживай, потом все покажем. Ура! Нам опять прислали вешалки. Вешалки, кстати, очень хорошие. Ваня, успокойся. Ты сегодня что-то чересчур, тебе много энергии. Приношу извинения, но это ребенок. Дальше, что я здесь вижу, это раскраска. Сзади, вот. сзади. Написано. Свете и Кате. Да, а тут, кстати, покажу. Еще и диск есть, смотри. Ну, на, держи, показывай. Такая вот. И... Слушайте, так много всего диск. Здесь. И его сказка. Сейчас открою. Там магазин. На. Все, показала? Давай положим. Давай пока сюда положим, чтобы Ваня не прыгал на нее. Следующее, что я хочу показать. Магазинки, что ли? Мама! А сейчас посмотрим. По обвязке. Мама. Не, резиночки. Это резиночки вот такие. Вот резиночки две. Дальше сейчас покажу, какие резиночки. Вот такие вот красивые резиночки очень. У меня дети любят разные резиночки. Такая резиночка красивая. Такая резиночка красивая. И тут, ребята, знаете, куча разных резиночек. Спасибо большое огромное, Оленька. Сейчас, Ванечка, подожди, мама достанет. Сейчас. Ну, давайте, вот это вот Ваня прям очень сильно хочет. Здесь игрушки, сзади. Это магазин. Еще денежки. Да, тут, смотрите, ребята, показывай, Света, ближе. Там фрукты, овощи. Подожди, Ваня, сейчас тебе дадим, сейчас дадим. Вот денежки. Сейчас дадим моему зайчику. На, иди, играйте там, а на заднем фоне играйте там с Оксаной. Только тихо, ну. Да, открывайте. Оксана, подвинься, пожалуйста. Я. Ты. Оксана, он... иди сюда, будем распечатывать с тобой. Дальше, что я здесь вижу? Давайте. Это, ребята, кроссовки вот такие вот. Не надо, пускай он сам. Вот такие вот кроссовки. Я не знаю, кому здесь, но, скорее всего, Светику. Потом померяет, посмотрит, скажет. Оксана, составляй там где-нибудь вот дальше. Дальше, что я здесь вижу? Тут еще одни кроссовочки вот такие вот. Тоже, скорее всего, Светланочки. На, Оксана, дальше составляй. Слушайте, тут так много всего. Повязка. Да, деньги потом. Повязка на голову Мариночки в садик. Такая красивая. У нее, мне кажется, платье даже наподобие есть под эту повязочку. Будет вообще классно. Спасибо огромное за повязочку тоже. Дальше. Так, ну давайте вот это вот, наверное, достану пока. Тут легко. Это вкусные палочки вот такие вот. Показываю, я там вижу, как показать. На. Давай. Слушайте, Оксана, туда ложи. Вон там деньги.
что я здесь увидела, это тарелки. Пластиковые. Да, пластиковые тарелки, но они очень хорошие. На, вот это одну покажи, я вторую пока это. Они там цветные в упаковке, их по 2, 4, 6 штучек. Они очень хорошие. Хоть второе наложить, хоть тортик положить, да, смотри, качество какое. У нас я пока такие тут не видела в городе. Слушайте, спасибо огромное. В новую кухню, в новая посуда. Прямо рада. Дальше еще резиночки нашла. Слушайте, столько резиночек уже много. Так. Это я не знаю, кому это, скорее всего, или Машеньке. Или Оксане. Не, Оксане большие. Ну да, может быть, и Оксане, хотя они такие маленькие. Вот такие вот перчаточки. Оксана, подвинься туда, пожалуйста, чтобы я могла ложить. Дальше, что я здесь вижу? Ой, а там... А, вот про это мне говорили. Маша. Это Машеньке отправили рюкзачок вот с таким вот брелочком. Маша сегодня придет и будет рада. Тут даже написано Машеньке. Машенька придет, я все ей отдам, и она все на видео это засниму, как она обрадуется всему этому. Спасибо вам огромное. Дальше, что я здесь вижу, это опять ботиночки. Вот такие вот зимние, тут сбоку с пайеточками. Очень хорошенькие зимние ботиночки, 40-й размер. Убери ножки. Так, а это что такое? А, это бусинки для украшений, всякие-всякие бусинки тут. На, вот так поближе. Тут браслетики, наверное, скорее всего. Покажи поближе. Я тут кое-что вижу, и у меня аж это... Там написано Настя просто. Я думала, тут только чисто для детей. Ванечка, аккуратно. Перчик, ну, красивый перчик. Вот такие вот кроссовочки. Это у меня ребятишка все. Спасибо огромное. Теперь у них обуви очень много разной. Меняйте хоть каждый день обувь разную. Дальше попробую что-то детское достать. Так, перчатки. Скорее всего, Егорки. Такие, помнишь, мы когда... Они маленькие будут. Прямо вовремя пришел. Да, перчатки надо, да, тебе? Вот такие вот перчаточки. Дальше перчаточки для девочек. Смотрите, с каким бантиком. Света, покажи поближе. Уже там видно, нет? Сухое молоко для майонеза. Слушайте, спасибо. Я такое... Вот такое вот сухое... Надо... Покажи там поближе. Сухое молоко для майонеза. Оля, напиши потом мне в личку, как им пользоваться, чтобы сделать майонез. Слушайте, это интересно. Так, а тут еще, кстати, перчатки есть. Ну все, поставь. Вот такие вот перчаточки беленькие, чистенькие, бежевые. Красивенькие, бежевые, да. Тут еще перчатки есть, ребята, это еще не все, еще одни с бантиками черные, это чтобы, видать, кто-то не дрался. Егор, ты иди поиграй с ним. Дальше, тут это к Машиному портфелю пенальчик, а в пенальчике тут даже написано Машеньки, а в пенальчике 100 пудов что-то есть. Со смайликом, да. А тут просто написано детям. Да, тут, кстати, смайлик есть. Я смайлик только сейчас. На, Света, пока распакуй и покажи, что здесь. Саночка, подвинься, это Машенькина. Упала. Я знаю, что такое. Что? На стол. А, Света сейчас распакует, и я покажу. Подожди. Вот еще одни такие перчаточки. Красивые такие, с блестками, смотри. Даня, Даня, мяма, это майонез мы с тобой будем делать, да? Да, будем с Ваней майонез делать. Дальше, дорогие друзья, чай. Ну, чай это я любитель. С каким вкусом? А я не знаю, тут не написано, с каким вкусом. Потом тетя Оля спросит, она нам скажет. Давай сюда, Света. Знаете, что здесь, ребята? Вот такая вот колонка. А у нас есть точно такая же розовая. Два динамика, тут один динамик. Да, у нас один динамик, что ли? Да. А тут два. А, тут точно тут один динамик, а тут два. Вот такая вот колоночка белая пришла. Огромное-огромное спасибо. Ну да, Иван Егорки. Так, чай я показала уже. Оксаночка, это видишь, сейчас все упадет, потому что здесь не красиво. Ой, ребята, я тут кое-что вижу для Егорки. Для меня? Да. Я машинки больше не вот это люблю. Вот. Перчатки. Ой. Перчатки. И у тебя такой нету, Егорка. И вот такая вот машинка в твою коллекцию с Германии пришла. Ой. Покажи.
Интересно. Давай сразу я тебе отдам. Дай, подожди. Ты. Тебе нравится? Скажи. Там, скажи спасибо-то хоть. Спасибо. Да. Ваня, уже поиграй, да? Уже, Ваня. Так, все, подожди, подожди, сейчас я достану. Ваня. А, не достай. Я пытаюсь что-то... А, вот это вот, давайте достану. У нас уже так. Это есть. Хлопья. У нас нам такие уже присылали, детям очень понравились такие хлопья. Они их ели с молоком, мы покупали литров 5-6, наверное, молока. И они кушали, им очень сильно понравились эти хлопья. Спасибо огромное. На. Дальше достаю. Опа. А тут не написано кому. Нигде, да, это девочка маленьким, там же видно. А не, вот наклеечка. Новогодние костюмы. Оксана, аккуратно. Для всех. Сейчас мы для девочек маленьких. Да. Новогодние костюмы. Дай мне уже. Порванный уже. Да я просто не хотела рвать эту полочку. Первое, что я здесь вижу, это вот такая вот повязка на голосе. Это на показывай поближе. И сейчас вот достанем, посмотрим, какие же новогодние костюмы у нас здесь пришли. У нас девочки любят новогодние костюмы. Это вот такие вот штаны. Ага. Вот так вот, наверное, да, вот так. Или нет? Из мультика «Аладдин». Покажи на видео, как оно у тебя распаковалось. Егор, видно? Да. Егор распаковал. И смотрите, какая она. Классно. У тебя такой нету ведь? Вообще. Вообще но нету, классная. Не побери ее. У тебя и не было, но такой. Все, прячь от руки. Вот такая вот штаны. Это идет. И к штанам идет это вот такая вот кофточка. Топик. Да, топик. Вот дети нынче новые костюмы оденут. Но... А то у них все костюмы уже старенькие, они давно в них ходят. Это Марина. Она любит Ледбак. А, это Оксане. Так, это даже не Оксане, это можно Маше, Кате. Вот такое вот, знаете, это, знаете, на что похоже, как цыганское наподобие. Платьишко такое красивое. Очень красивое. Спасибо огромное. Сейчас, подожди. Так. Давай вот это вот я достану. Это не планшет. Я не знаю, что. Так, Свете. Света, иди садись, я Свету пускаю. Всем поздоровайся со всеми. Всем привет. И сейчас Света распакует и покажет, что же у нее там пришло такое. Оксане интересно, да, Оксаночка? О, вот это да! Раскрывай ее. Вот такая вот колонка или динамик это, Света? Колонка. Смотри, какое это. Колонка. Колонка это? Да. Ну, сейчас Света раскроет и покажет, что там. Оксаночка, подожди немножко, пожалуйста. Так, проводочки два. А там это, еще одни печати мои? Или папа? Там не знаю кому. И вот такая вот она колонка. Светится. Она светится? Да. Ну, потом давай покажем, как она будет, да, светиться, хорошо? Егорушка, руки. Пока испробую. Там еще что-то есть, нет? А, ну, документы, ну, все. Выходи. Вот спасибо это вам огромное. Хочу сказать, Света очень рада. У меня тут, знаешь, Егор, что-то для меня лежит, но я боюсь даже это достать, потому что это что-то тяжелое и большое. Написано Настя. Наклеение. Так, Света, мне нужен ножичек. И подожди, а тут что-то уже отломилось от нее, что ли. Это я тут, вот здесь вот распаковывай. Чтоб, вот это вот еще, Свет. Я потому что боюсь это. Ого! Клавиатура новая, ребята, смотри. Бери пупырку. Вот такая клавиатура огромная. Спасибо большое. Смотри, Егор. О, это геймерская. Какая? Геймерская. Для игр. Господи, я такое, короче, даже не знаю слово-то. Так оно вот для игр. Слушайте, какая большая. Спасибо большое. Ну, это, скорее всего, да, это немецкие. А, на телефоне даже можно, нифига себе, звонить, ну. Потом посмотрим, на, Светик, прибери, чтобы тут Ваня подскочит, не дай бог, я боюсь, что он... А вот это вот мы любим пупырку. Дальше, опять Настя. Опять Настя.
Опять Насте. Фу, Света, смотри, опять маме. Вот. Даже что я хотела сказать. Да я хотела упаковочку сохранить. Ну ладно. Дорогие друзья, я даже боюсь открывать. Это, ребята, блендер. Хлопья той же фирмы. Слушайте, да. Точно, хлопья той же фирмы. Это блендер маме прислали. Я так мечтала о блендере. А сейчас я его достану и покажу. Нет, тут это там. О! Ура! Майонез, 2 яйца, щепотка соли, 2 столовые сухих молока, 5 горчицы, уксуса. Так, вот такой вот подсольного блендер. Масла. Вот такой вот блендер. Огромное спасибо. А я только думала, нынче все-таки куплю я себе блендер. Порезалась? Нет? Нет. Мне показалось, что Егор. Теперь будет это. Что, коктейли можно делать? Да, точно. Егор давно хотел коктейли сделать. Огромное-огромное спасибо вам. Я помню, я раньше... Я вообще в шоке. Раньше это у нас был блендер, я делал. Так. Мудрил. Дальше, дорогие друзья, смотрим, что дальше. Прикольно. Дальше у нас кофта. Такая это мягенькая. Мягенькая очень. Такая вот кофточка красивая, беленькая, мягкая, да? Так, Оксаночка, подожди, зайка. Дальше здесь что у нас? Вот такая вот кофта олимпийка. Что же классное. Я не знаю, на кого девочки потом примерят, и мы вам потом постараемся показать, кому и что. Так, это тоже кофта? Да, это тоже кофта. Одуреть. Да, она с капюшоном идет, смотри. Ну, зимой будет тепло одеваться. Теплые кофты у вас. А я мне как раз надо было Кате нынче кофту покупать, потому что я ей не смогла купить. И Маше теплую надо было покупать. Огромное-огромное спасибо. Ну, такая мягенькая. Я тоже люблю все мягкое. Так, дальше. Ребят, тут очень много всего, поэтому видео, наверное, затянется. Уже сколько минут идет? 17 минут. Одуреть. Вот такая вот, ребята, кофта. И тут сбоку, смотрите. Она укороченная. Да, она укороченная такая. И вот со стразиками сбоку, она с капюшоном идет. Это что идет? А, ну такая. Ну это модная, да, сейчас? Я, видите, в моде отстала уже давным-давным-давно отстала от нее. Дальше, ребята, тут огромный контейнер. Ну сейчас, подожди. Контейнер пока отложу, сейчас покажу, что в нем. О, Господи, дальше тут еще много всего, поэтому пока подождет. Ваня уже играет. Так, Ваня, машинка уже Егоркина играет, да? Тебе Егор разрешил? Да? Ну ладно, тогда смотри, это мне контейнер, слушайте, прочный, хороший контейнер. Приношу извинения, если вы услышите шум машинки, там Ванечка играет. Крышку мне сломала, там что-то. А я знаю, я видела, я аккуратно отклеила по бокам. Тут вот такую вот куколку делать. Две. Да, это... две, да. Марине и Оксане, скорее всего. Но потом мы у тети Оли спросим. О, я тут, Света, вижу то, что ты хотела очень. Дядя Антон тебе тут написал. Ну, я потом отвечу, мама. Хорошо. Да. Он мою машинку загулял. На, Оксана, пока смотри. Он ее лег. Дальше. А там ничего не клеено, никаких не клеено. Свете. Которые Света хотела. Да, с кисточкой. А мы с тобой хотели заказать такие. Да. Покажи на поближе. Света как раз таки у меня просила. Огромное-огромное спасибо. Почему, Марина? Ну, там разберетесь уже. Дальше. Опять Свете. Мастер, она очень дорогая. Скажи спасибо-то. Спасибо всем. Да, прям такая же, как и это. Какие шикарные. Цвета вот разные есть. Так. Подожди. Свете и Кате рисунок повторяется 2 раза. На, показывай. Тут разные они, Света. Нет, она сказала, повторяется 2 раза. И тут, значит, одна. Ну, картинки. Одна вот такая вот. Одна вот такая. И вот, ребята, здесь я увидела еще наушники, но тут не написано, кому. Так.
А тут даже трое наушников. Это получается всем ученикам. Вот это вот, Настя, наушники тебе для съемок видео. Вот эти вот. Огромное спасибо. Это все получается маме. Ну тут вот такие вот цвета. Покажи, какие еще. Так, давай это прибери сразу сюда, чтобы дети не схватили. Вот такие. Вот. Ну хорошо. Дальше. Вот такие вот формочки тут есть, ребята. И тут их целая куча вместе вот с этими штучками. Ты такие хотела себе. И смотрите, в чем прикол. Держи это. А тут еще две банки вот таких вот штучек. Свете они очень нравились. Она делала всякие поделочки из них. Пока не надо сейчас открывать. Дальше здесь Света, смотри, какие толстые карандаши. Я такие еще не... А нет, были у нас маленькие, да, есть такие? Да. Смотрите, какие толстые карандашки. Ваня, рисовать, Ваня, хорошо. На, так, на, еще один карандашик, еще мама один нашла. Дальше, ребята, здесь вот этот вот блокнот. Маша, открой, покажи, что там внутри, потому что там внутри хорошая, видимо, комплектация. Тут получается рассказка антистресс. А, разокраска. Карандаши. 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 И еще такой же Оксане. А нет, немножко другой. На, покажи такой Оксане. Тот Маша, это я приберу. Это не тебе. Это Оксане. Это не тебе, это Маша. Такой же блокнот с цветочками. Сейчас тебе, Света, тетрадочку даст. Так, а это я не знаю, что это такое. А, это вот каталожик, как делать вот из этих штучек. Ребята, на, покажи. И тут салфеточки. Егор, а на этом еще не все. Контейнер огромный. Спасибо большое. Как раз на кухне для чего-нибудь у меня пойдет. Штаны, скорее всего, Маша. У меня у Маши... А? Баллоньки. Баллоневые штаны, да. У меня у Маши штанов нынче нет, поэтому вот такие вот штаны ей будут. Но она померяет, или Маша, или Катя они подойдут. Они почти одинакового роста. Огромное-огромное спасибо. Такие большие, такие классные. Да, тут карманы даже есть. И такие вот штаны. Дальше. Это еще, ребята, не все. Егорушка, иди сюда. Вот это вот Егорки. Сейчас мы откроем и покажем, что там. Рубашка. Да, Егорка, ты любишь такие рубашки? О, крутая. Мы с тобой нынче смотрели тоже с коротким, да, рукавом? Тебе понравилось? Я смотрел, там всякие были. Тебе понравились, но ее не было его нового размера. Вот такая рубашка. Потом сфоткаешься, покажешь, какая. Держи, иди. Потом придешь, и я тебя сфоткаю. Дальше. Тут для Светы. Маня, отойди. Отойди, Маня. Свете написано? Иди. Так. Маня, нет, не это ли? Света, ты такую тоже хотела. Вот такая вот футболка Свете, она любит всякое такое. Потом тоже померяет и покажет вам. И дальше, дорогие друзья, тут еще две вещи. Это, скорее всего, для кухни. Да, для кухни, наверное. 300 на 145. А нет, может быть, для зала даже. Вот такие вот две тюльки. Нас это покажи. Немного большая. Да, тю-тю там в коробке, все, тю-тю. И вот вторая, такая же шторка тоже. Вот такая вот, ребята, была посылочка. Машенькина мы сейчас все отложим, и Катина все отдельно отложим, и потом им отдадим. Егорушка, выйдешь сюда? Иди вот сюда, в коробке встань, а тебя Света заснимет. Лицо не будет видно. Она тебе лицо не покажет. Да нет, вообще без этого. Ну иди сюда. Света, ты сейчас направь на него сюда. Немного большая. Ну иди сюда. Вот так вот вставай. Вот так вот на нем рубашка. Ау. Ну, карандашики рисуй давай. Тебе нравится сумму? Ну да, такая немного большая. Спасибо. Все, шагай. Вот такие вот, ребята, посылки были. Дети, вы довольны? Да. Света? Да. Всем спасибо. Спасибо большое. Света просто не хочет с ними разговаривать. Сейчас будешь это со Светой делать, да? Будешь делать со Светой? Куда мою голову? Будешь со Светой делать всякие фигурки. Тут, слушайте, столько разных фигурок интересных. Сейчас Света вам отдельно заснимет, да, Светик, и покажет все. Какие тут фигурки. Тут потому что формочки-то разные, Света, смотри. Покажешь? Все.
Спасибо огромное, Оля с Антоном, но я еще покажу потом отдельное видео, как Маша обрадуется своим подарком. И Катюша, что? Тетрадку папа, надо папа, тебе. Кстати, тоже рад клавиатуре. А, папа уже обрадовался клавиатуре за компьютером. Ну все, спасибо огромное. И спасибо вам отдельно за блендер и за клавиатуру. Я вообще просто рада. Я как раз хотела нынче покупать, но раз уже есть, значит у меня... На что-то другое. Куплю для кухни мясо, например, наберем. 25 минут шаги. Да. Спасибо, спасибо огромное. Дай Бог всем здоровья крепкого. И всем пока-пока.